ребят короткие. Вот стоят, скукожившись. Холодно. Не то чтобы холодно, но я бы сказал, не жарко. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Сколько до Стеллы? Примерно 150 километров. Стелла, нужно будет обязательно остановиться, немного размяться. До предполагаемого привала 596 километров. Потому что будут остановки на светофорах, а до границы полярного круга.
около 50%. Фотографировал речку. Все красивые места, конечно, не сфотографируешь. Это нужно очень много времени, чтобы все заснять. Солнышко начинается с левой стороны. Захватит или нет озеро. Впереди камера. Ограничение 90. Смотреть. Приезжайте, смотрите, любуйтесь, отдыхайте, Впереди опасный поворот. Ограничение 80. Впереди опасный поворот. Ограничение 80. Да, ну что, благодарю. Погоду она позволила. Не бьет в
глаза. Надеюсь, дорожное полотно будет так же четко видно. Что такое? Ракета, что ли? Расход 5,8, пройдено 199, средняя скорость 50 км в час, запас хода 780. Пасмурно. Тут пробилось солнышко. Не знаю, какая будет экспозиция. Впереди камера. Ограничение 70. Барунчики. Впереди камера. Ограничение 70. Когда-то я здесь останавливался.
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Наверное, промерзает. За зиму полностью вымерзает. Там ни рыбы, ни какой живности. Кроме комаров. Самый маленький расход был, это из Москвы в Санкт-Петербург, 5,5 литров. Но там не было крутых подъемов, спусков, как здесь. Прорубили в скалах дорогу, вот труда люди вложили.
стоял с одной целью, чтобы не закрывал панораму. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. 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 Это зимнее время. Кормушка. Разбудили, если уснула. Шашлычные. Какие-то магазинчики там, видать, были. Обанкротились. Вчера я напрягся насчет границы полярного круга. Газель догнал меня, который курчал на светофоре. Бензина.
Кандалакский район. Что интересно означает перевод этого названия этого города? На каком языке это? Часто проехали, где идут ремонтные работы. Кружка термос. Да, забыл сказать. Вчера на... Сегодня на ночевке, ну, прошедшей ночью, я стал перебрасывать видео на внешний жесткий диск. Включаю ноутбук. Нифига не включается. Не знаю почему. Я, значит, поставил его, думаю, может, аккумулятор разрядился. Поставил его на зарядку и стал перебрасывать при помощи ноутбука Wi-Fi. Вот. Ну, он у меня вообще такой доходяга бедный. Экран, дисплей на одной петле держится. Вот. Еле-еле. Не, ну включился он нормально, быстро. Вот. И, кстати, видео перебрасывал быстрее, чем на ноутбук. Чем через ноутбук. Так что у меня переброска видео составила, чтобы не соврать, может быть, часа полтора. Вместо трех часов, которые через ноутбук. Потом немного пошевелил, потряс ноутбук и включился. Может, из-за того, что было прохладно или в салоне он, не знаю, почему такая неприятность была.
вышел на обгон. Слышно звук. Там не заработал. Успеет. Успел. Молодец. Тоже идет нехило. Так закрывает панораму, конечно. Надо будет искать варианты. Ребенка везет, по-моему, вперед. Не буду я его обгонять. Дяденька топит, пусть топит. Стелла. Надо будет проверить поляризационный фильтр Датакама. Посмотреть масло, может быть, налить двигатель. Семьсот пятьдесят километров запас хода до
совсем.
затора нет. Разбитые автомобили на крыше. Все, проехал уже. Уверенность приема 25% у мегафона. Хорошо так. Пропадет скоро. Вчера вообще километров 100, наверное, ехал без интернета. Так, уверенность приема 100%. Ток воздушный, как шатает машину. Так, 8,5 градусов. Но это еще не мороз, но уже воздух плотный.
тяжелый. Обратили внимание, как я раньше анонсировал, двигаюсь только в светлое время для качества съемки. На невысокой скорости. Ехали в Мурманск, я снимал на Trend Vision, уже, наверное, говорил об этом не один раз. Сейчас снимаю на Datacam. Вот сравните картинки одного и второго регистратора. Скоростной режим стараюсь поддерживать 80-90. 80-95. Говорят, что это самый оптимальный расход. Бензина минимальный. Приходится экономить, но не это главное. А, какие озера. Сколько рыбы. Поселок этот. Вижу с левой стороны. Живут люди на берегу счастья. What's up?